Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Крылья Советов продолжают удивлять фанатов нестабильной игрой в национальном чемпионате. Невыразительные матчи сменяются поединками с обилием победных голов. Вот и встреча в Екатеринбурге с местным Уралом вначале не предвещала убедительной победы. Первый тайм прошел под диктовку хозяев. Уже на второй минуте они забили мяч в ворота Крыльев Советов. Отличился в штрафной Ильин. Были какие-то моменты, мы, конечно, в первом тайме, в конце, Ильин, отдай Димитров мяч, он бы забил пустые ворота, 2-0 бы, я думаю, уже лучше было, чем 1-0. Самарские крылья полетели добывать победу только во втором тайме. После перерыва на 9-й минуте уравнял шансы на успех Бруно с подачи Пускуата, 1-1. Второй мяч оказался в сетке ворот уральцев, опять же, после розыгрыша той же пары нападающих, и Бруно записал себе в актив дубль. Жирную точку в матче поставил неугомонный Паскуата за 1 минуту до финального свистка. Итальянец четко реализовал выход 1-1. В итоге 3-1 – важнейшая победа Крыльев Советов. Она позволила команде Вадима Скрипченко покинуть зону вылета из премьер-лиги и выйти в таблице на шаткое 14-е место. Поэтому у клуба остаются еще шансы поиграть в большой футбол в следующем сезоне, преодолев серию стыковых матчей с лидерами футбольной национальной лиги. Потеря сегодня очков, она была для нас, наверное, но если не катастрофичной, то, по крайней мере, ситуация могла быть очень сложная в борьбе за выживание. Поэтому сегодня я считаю, что мы сумели изменить ход игры, особенно во втором тайме, вот, произведя корректировки в перерыве. А первый тайм не получился из-за того, что, конечно, пропускать на первой минуте и очень тяжело психологически после этого, скажем так, исправлять игру. Московский «Спартак» в роли лидера спокойно доигрывает чемпионат страны. Столичные ЦСКА и питерский «Зенит» сражаются за серебряные медали. Кстати, впереди у «Крыльев Советов» матч с ленинградцами. Стадион «Металлург», 13 мая, суббота, 5 вечера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.